Здравствуйте! Сегодня готовим салат емеля. Большое количество разноцветных овощей в этом салате делает его не только вкусным, но и очень нарядным. Итак, готовим салат емеля. 150 граммов отваренной куриной грудки нарезаем мелкой соломкой и складываем в миску. Два разноцветных болгарских перца моем, обсушиваем, удаляем семена и нарезаем соломкой. Нарезанный перец добавляем к мясу. Моем, обсушиваем и нарезаем соломкой 2-3 свежих огурчика. Также отправляем в миску. Два помидора моем и обсушиваем. Каждый разрезаем на 4 части, удаляем плодоножку и мякоть вместе с семенами. Прижимая к доске, острым ножом легко снимаем кожицу. Нарезаем помидоры соломкой и складываем в миску. Добавляем 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки черного молотого перца и 2 столовые ложки зеленого консервированного горошка. Аккуратно перемешиваем. Добавляем 200 граммов майонеза. Рецепт приготовления домашнего майонеза вы найдете в разделе «Кулинарные хитрости» на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf. Все хорошо перемешиваем, салат емеля готов. При желании можно в салат емеля добавить зелень петрушки. Готовый салат выкладываем в салатник и подаем к столу. Из отварного куриного мяса можно приготовить очень много разнообразных вкусных салатов. На нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf вы найдете рецепт салата курочка-ряба, а также рецепты других очень вкусных и не очень сложных в приготовлении салатов. Вдохновения вам, удачи и приятного аппетита!